Все больше спасибо за поддержку, дорогие друзья. Следующий домашний матч Витязь проведет послезавтра. Присоединяюсь к словам Витязя. It's not an easy place to play here, hey, against this opponent. And I think we were patient today. We knew that if when we go 60 minutes our hockey, we will create enough chances, and we did it. Good job today. And we had good PK. Really good job. А вот сейчас победы Ширы и штанги молочки. Финна красавцы. Чувствую волкомбэком. Но я дам игроку, даже не игроку, а его печени. Пусть у него хотя бы шапка сейчас будет. Будет. Так, ну, мужики, красавцы. Саня. Саня, молочек. Сегодня намного лучше, чем предыдущий матч. Вот. Саня? Динамо. Намного тяжелее. Давайте готовимся.